Вот нежная, она не дает. Она тает во рту. Но это же импортная ничего не даст. Это брак, резина, гадость, химия. Вот оно, с поля, через кассу. Заплатите в магазинчики и кушайте. Тебя кормят так, родители? Он что, да, лишать будем родительских прав. Если ребенок не получает в день 5-6 ягодок клубники, а для этого папа в 5 утра приезжает, в 6 утра автобусы идут сюда. И есть у мамы есть мама ее, бабушка есть? Да. Вот тещу гони сюда. Для папы она теща. И еще, в музей, Власов. Эту клубнику надкусывал. Мы там корзинку подарили, поэтому не надо в музей. Там. Да, я вот на это использую вот, тоже. Как смазка. Это для кожи полезно. Раньше показывали женщин, маску делали, да. В кино. Все думают, что такое красное все. Это очень полезно. Это витамины. Что, через желудок, внутрь организма. А так кожа. Тоже все это. На, Назар, помочи руки. Да помни, кто тебе помогал спасти твои руки. Папаша-то не позаботится. Внукам рассказывает, что лично Владимир Вольфович Жириновский давал мне сделать маску. Назар, как ты думаешь, если мы твоего папу лишим родительских прав? Как ты к этому относишься? Он против. А? Плохо тоже. А почему? Ты будешь свободный, понимаешь? Интернат. Здесь интернат есть у вас? Нету. Открывайте интернат. Нет. Вот дети богатых родителей. Если здесь жить, работать, зоопарк есть, питание есть, рабочие места есть. Все ведь есть, Назар. Ребенок должен воспитываться в семье. Человеком будешь. А если семья его балует? Закормили конфеты, вафли, мороженое каждый день? Нет. Нет. Но в холодильнике стоят? Нет. Ну хорошо. Можно я Назар защищу? Давайте. Парень приехал с утра на работу. Да. И работает. Это трудовое воспитание. Так. Всегда в России так. Было трудовое воспитание. Правильно. И поэтому папа на правильном пути. Правильно. И давайте еще конкретную причину. Папа член ЛДПР. Ну, вот поэтому он работает. Правильно? Правильно. Ты знаешь, член какой партии твой папа? ЛДПР. Вот. А Павел Николаевич? Я беспартийный. Беспартийный. Честный человек. Ему плевать на все эти партии. Кабала, мафия. Он просто хороший директор совхоза, хороший агроном, хороший инженер. И все. Партии нужны, но это так, на стороне. Вот, значит, этот момент. Что мои принципы полностью совпадают с принципами КПРФ. Ну, так человечество придумало, чтобы была конкуренция. Чтобы были, так сказать... возможности, чтобы разные семьи не забирали, потому что разные источники, никаких интернатов не надо. Дети должны воспитываться в семье. А Энгельс что говорил? 7 лет забирать детей у родителей. Слушайте, ну, иначе вырастут уроды. Энгельс тоже ошибался. Нет людей, которые не ошибаются. А? Он же говорил. Да. А сегодня что знает что? Кругом эти дети. Джинсы у тебя есть? Нет. Вот зачем тебе нужно? Рок слушаешь? Нет. Молодец. Это рабочая одежда. Джинсы это рабочая одежда. Пепси-колу пил? Нет. Молодец. Почему? Потому что твой папа член... Что? Член ЛДПР. Вот, договаривай быстрее, то заботится. Сперва он член партии, потом он заботится о тебе. Если бы он не был членом ЛДПР, он о тебе бы не заботился. Уже бы где-нибудь в Сибири бы, в интернате бы стоял полуголодный, из забора смотрел, где что. Ты стоишь среди людей, которые любят труд и вас кормят всем. Ну, съешь еще одну клубничку. И больше не бери. Еще одну найди и больше не бери. Оставь другим детям, которые голодные. Видите? С каким удовольствием. Ну давай, покажи. Скажи. Наши дети самые счастливые. Говори. Наши. Наши дети самые счастливые. Они каждый день едят клубнику. Они каждый день едят клубнику. И плевать нам на ваш шоколад, кофе, джинсы, пепси-кола и ваш рок. Опрометчивое заявление. Не надо. Шоколад все-таки оставим. Спасибо, Павел Николаевич.